Простое правило для съемки от первого лица. Чем шире угол обзора камеры и лучше видно тело, тем больше у зрителя создается ощущение погружения в происходящее на экране. GoPro — это камера, настоящая экшн-камера. Она создана для людей, которые прыгают, бегают, падают, ломаются. Когда ты держишь ее в руках и понимаешь, что с ее помощью будут снимать кино, ощущение, в общем, это вполне такое несерьезное. Очень напоминает аферу. Мы пробовали разные другие фотоаппараты. Мы хотели заказать Blackmagic, Серега хотел Sony. Мы их даже поехали в магазин, потестили. Мы носились так вот через магазин, чтобы понять, насколько там происходит роллинг шаттер. Роллинг шаттер — это дефект изображения, который проявляется при резкой динамичной съемке и, как правило, встречается в непрофессиональных камерах. К сожалению, все эти фотоаппараты и все камеры, которые мы попробовали, у них был огромный роллинг шаттер, с которым было невозможно ничего сделать. И это была проблема для графики. Очень специфическая работа, причем могу сказать, что, наверное, по сложности компьютерной графики и по количеству задач нестандартных, которые приходится решать на проекте, там, за мою жизнь такого не было ни одного проекта, хотя там за плечами, наверное, уже больше 200 проектов. GoPro показала себя, наверное, лучше всех, на мой взгляд, потому что маленькая компактная камера, которая создана для таких съемок. Мы снимаем на камеру, которую создавали для того, чтобы люди снимали вот то, что мы снимаем. При вопросе «Вы что, снимали кино на GoPro?» Я имею в виду, что невозможно показать кино, снятое на GoPro, на широком экране. Перед съемкой мы занимались месяц тестами этих камер. Мы перепробовали все режимы, мы смотрели, как она работает с хромакеем, мы смотрели, как она работает с тем всем. Только в середине съемочного процесса уже поняли примерно, как с ней действительно, ее специфику. Люди не верят в то, что мы снимаем в таком разрешении и с такими возможностями. Потому что аналогов нет, опыта ни у кого нет. Значит, ты у нас Генри. Приходилось все заново придумывать именно под эту картину. Сам по себе фильм тоже ведь аналогов не имеет. Единственный аналог – это, собственно говоря, сам клип, который Илья снимал. Проект «Bad Motherfucker» и проект «Insane FCK» первая часть снимается на человека, то есть человек является камерой, и практически это бегающий штатив. Нужно каким-то образом соединить камеру с человеком. Мы продолжали работать над сценарием, параллельно продумывали о том, как мы будем все это снимать. Стандартная повязка для GoPro сразу же отвалилась. Она не годилась для съемки. На повязке камера находится слишком высоко. При таком положении она попросту не может захватить все тело. Поэтому единственно возможный правильный способ снимать от первого лица – это закрепить камеру в районе рта. При таком положении мы видим героя от плеч. Это и создает то самое погружение. Через машину, за машиной, пистолет. Пошли, 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 пошли. Машина задом. Бежим к машине. Открываем. Сели. Поехали. Ближе к концу съемок клипа я серьезно задумался о том, чтобы создать специализированный риг для съемки от первого лица. Чтобы можно было снимать экшен с максимальным комфортом. Мы решили сделать что-то свое новое, регулируемое, со стабилизациями, с системами разгрузки, со всякими штуками. Как оказалось, все началось вот с этой маски. Один парень написал мне, что «Олег, типа, я хочу такую же маску, как и Сереги Валяева для паркура». Ну, если честно, я не знал, никто такой Серега Валяев и что такое паркур. Позвонил ему, говорю: «Привет, Сергей, это я, Олег. Мы сделали твою маску, которую ты переделал и используешь для съемок». И оказалось, что Олег занимается страйкбольным снаряжением и другой военной экипировкой. Мы сейчас находимся в моей мастерской, где мы делаем всякие прикольные штуки для фильмов, в том числе для военных. Делаем всякие автоматы, пулеметы, оружие и прочие ништяки. Так как эта маска при всей ее крутости для паркура не подходила для съемок фильма, у нее маленький обзор. Она тяжелая, на нее нельзя крепить дополнительное оборудование, и у нее не было регулировок. Вот. Поэтому началась работа над маской, которая подходила бы для съемок фильма. Мы работали день за днем, создавали все новые и новые прототипы. И, к сожалению, на момент старта съемок мы еще были очень далеки от идеала. Было очень много предварительных образцов, которые не подошли, потому что они не сидели, не держались. Чем дальше мы продвигались в съемочном процессе, тем больше мы создавали новых прототипов.
Иногда получалось так, что мы снимали полноценную смену в 12 часов. Приезжая домой вечером, я рисовал новые дизайны и отправлялся на производство коллегу на всю ночь для того, чтобы конструировать новые маски. И до ночи, до 5, до 6 утра, тут вместе с лобзиком, отвертками и другими, блин, инструментами пытались сделать что-то, что, на что можно было снимать. Я рад, что в итоге у нас получился действительно уникальный и работающий продукт. Была разработана клевая форма маски, которая была доработана в процессе фильма системами стабилизации. Мой друг Вова, он инженер. Первая стабилизация, которую я увидел, которую сделал Вова, она была на маленьких амортизаторах. И я посмотрел на нее и понял, что она была недоделанная. Я учитывал то, что ее можно доделать, и все. Но все равно она какая-то была не очень. И мы с Вовой еще немного подумали, и он сказал, что у него есть еще один вариант. Через несколько дней он мне показал магнитную стабилизацию. И надо сказать, что у нас уже начались съемки. Мы решили, что первые смены мы будем снимать без стабилизации, а пока мы снимаем, ребята доделывают. И они привезли нам на площадку прототип, я с ним побегал и понял, что магнитная стабилизация — это то, что нам нужно. Она была сделана из алюминиевого профиля, она была сделана, конечно же, ну, так, на пальцах. И они делали ее за одну ночь или там за один день они ее сделали. Но мы стали снимать с этим прототипом. Это выглядело, конечно, очень смешно. В поле всадник, который скачет вот с такой огромной алюминиевой рамкой. И это, ну, выглядело действительно как какое-то забрало у рыцарского шлема. Ребята тем временем чертили, придумывали, делали. Через несколько дней нам распечатали из материала, который оказался настолько долговечным, что даже когда Серега падал на машину, переворачивался, маска слетала и падала, все, что происходило с самой стабилизацией, она немножечко треснула, она прошла все взрывы, она прошла все выстрелы, она прошла литры крови, и с ней ничего не происходило. И на самом деле на выходе мы получили клевый продукт, испытанный временем, испытанный не одним съемочным часом, не одной сменой. Сняв кинофильм «Хардкор», мы создали не только первый в мире экшн-фильм, целиком и полностью снятый от первого лица, но и разработали уникальный в своем роде риг, предназначенный специально для POV-съемок. Мы назвали его Adventure Mask. Я знаю операторов, которые говорят: только не показывайте меня с маленькой камерой, меня засмеют. Камера должна быть большая, много света, рельсы и всякие признаки того, что снимается большое кино. Здесь картина вообще выглядит крайне неожиданно. Суетится огромная толпа народу. Ты видишь необходимые обычно в кино вещи, такие как кухня, где есть чай, кофе. Люди бегают с монтажными листами, плейбэк. Ты видишь хлопушку, ты видишь рулетки. То есть вроде как идет съемочный процесс. Приготовились. Стоп, стоп, стоп! Проходите, пожалуйста, быстрее. Спасибо. И при этом нет камеры. Ты можешь подойти и спросить, а где камеры? Они говорят, да сейчас они прибегут. То есть камера куда-то убежала. Потратить целое большое усилие в голове и в мыслях, чтобы понять, что эта камера маленькая, и что буду снимать не я, и что... На других проектах у меня всегда была огромная, тяжеленная 17-килограммовая камера, а тут камера маленькая, 200 грамм, и я ее еще не ношу. Потому что с большой камерой, понятно, можно подвигаться, она лежит на плече, ее можно поставить на Долли. А здесь актер, он же Долли, он же стадикам, он же все. И он же и оператор, и камермен. Вот. А мне нужно было только правильно направлять этого человека. Это такой живой штатив, это забавно. Это хороший опыт. Очень много взрывов. Наши пиротехники работали постоянно. Мне или Андрею, исполняя роль Генри, приходилось находиться максимально близко к этим взрывам и проживать это на своей собственной шкуре. Подготовка к фильму «Хардкор»
На начальной стадии разрабатывали все сцены на машинках, на солдатиках. Мы пригласили наших ребят, трековых операторов, Сергея Валяева, Андрея Дементьева, которые уже пробовали на себе все то, что мы придумывали. Мы их ввели во все схемы, во все трюки, одевали их в жилеты, прицепляли их к тросам, и они у нас выполняли прыжки, полеты. В общем, ну, все, что мы как бы пробовали на каскадерах, все потом уже пробовали на них. На картине работало три команды каскадеров. Это моя, Дима Тарасенко. И Александра Стеценко. Давай еще разочек. Отлично. Самое сложное в съемках этой сцены было то, что нужно было стараться не повредить лепнину этого здания и лезть по ней максимально аккуратно, потому что при любом неосторожном движении был шанс уничтожить исторический облик здания, а это грозило нам серьезными последствиями. Несмотря на то, что у нас были все разрешения, уничтожать объект, который является культурным наследием нашего города, мы не могли. Камера идет. 25-5-2. Начали. Сцена, где мы с Сергеем бежим по мосту, она выполнялась абсолютно без страховки, потому что там страховку никак не сделаешь. Мы с Серегой побежали раз, второй, третий, четвертый. Сняли кадры, возвращаемся на площадку, и все такие: как вам было не страшно это делать? Хотя для меня это, наверное, одна из самых легких сцен, потому что мы с Серегой занимаемся уже больше 10 лет паркуром. Делать такие вещи для нас, как с утра выпить чашечку кофе. Генри практически догоняет меня. Это сцена на эскалаторе. Я начинаю бежать сквозь толпу людей против движения. Мы случайно задели женщину, и она упала лицом прямо об металлические зубцы. У меня внутри просто все сжалось, сердце остановилось. Я думаю, что мы убили человека. Секунду спустя женщина просто встала, вот так вот отряхнулась, посмотрела на нас и сказала: ну как, здорово? Типа, все хорошо. И мы такие: фух, слава богу. Женщина, которая упала в кадре, оказалась профессиональным каскадером. Она очень зрелищно упала в кадре и отыграла, сделав эту сцену просто превосходной. Там, где Серега бьет меня в лицо, кадр был очень близко и очень крупно. Я был практически вплотную к нему, и он должен был ударить меня, чтобы я отлетел в сторону. Если бы мы делали это, как обычно делают в кино, он заносит кулак, я отыгрываю. Мы пытались, конечно, делать так, но ничего не получалось. И в какой-то момент я просто сказал Сереге, типа, бей меня вот со всей силой. Он пару раз влупил мне, у меня образовалась такая шишка. Сколько ни старались как-то все мягче делать, по картинке смотрели, не выглядело правдой. Вот, поэтому там паразику по лицу, значит, получили и Данила Козловский, и Андрей Дементьев. Просто в этой картине по-другому было нельзя сделать. Что не сделаешь ради искусства. Но сцена в Туле — это абсолютно каскадерская заслуга, потому что это сцена с переворачиванием машины, и когда герой летит над ней и приземляется на мотоцикл, со стороны это выглядит просто нереально страшно. Вообще, я считаю, что все кино — это абсолютно каскадерское кино. Абсолютно натуральных локациях, никакого зеленого экрана, никакой графики, все, что происходит в кадре, все происходит вживую. С
сцена на Зиме с автобусом и стрельбой огнеметчика, если честно, очень сильно меня напугала. Человек в нелепой куртке, который целился в меня из огнемета и на самом деле стрелял. Я испытывал максимальный дискомфорт, потому что приходилось находиться на улице, раздетым полностью без верха, вокруг все ходили в куртках. Единственная согревающая меня мысль была о том, что при каждом выстреле из огнемета мне становилось чуточку теплее, и от этого было хотя бы чуточку веселее, несмотря на то, что в тот момент сердце просто уходило в пятки. Я помню, когда Илюха придумал новый танк. Говорю, слушай, а ты можешь быть прям под танком, чтобы вот он ехал, как бы заезжал на дерево, а ты лежал под ним, и он как бы навис над тобой. Я такой думаю, ну да, наверное, могу. Как бы почему нет? Я знал, что мы делаем это ради зрителя. Я абсолютно доверял Илюхе и ему видению, и мне было самому интересно дойти до конца. Боевая машина 20-тонная, которая едет на тебя, а ты находишься в полутора метрах от нее, ты видишь эти гусеницы и думаешь, отлично, вот это кино. Вообще все съемки, особенно съемки в Калязине, напоминали некоторую игру в войнушку. Как будто мальчишкам дали горку денег и сказали, развлекайтесь, потратьте ее на пиротехнику и взрывы. Они взяли и развлеклись по полной. Вот, в общем, мы были этими мальчишками. Для нашего фильма нам приходилось выдумывать определенную стилистику в драках. Мы пришли к выводу опытным путем, что чем проще удар, тем он виднее и он похож на настоящий. Делаем какие-то удары сбоку, мы их не видим, потому что руки и ноги улетают за кадр. В том числе и какие-то акробатические вещи, они тоже не работали, потому что по этой камере не все работает, там непонятно, что происходит. Мы постарались использовать весь арсенал оружия, который у нас был на картине. Ножи, пистолеты, гранаты, автоматы, все, что было у нас, в общем-то, все по максимуму. Гранатометы и даже подручные средства. В одной сцене мы убили человека просто дворником от автомобиля. Какие-то моменты пиротехнические, допустим, они у нас там не читались по камере. Пулевые попадания в человека нам приходилось усиливать. Пиротехники делали посадки с крови больше, чем обычно, в 5 раз. Всего на финальную сцену мы потратили где-то 3 недели. Когда мы только туда вошли, крыша была чистенькая, новенькая, и потом мы начали убивать там людей. По финалу от нее, мне кажется, не осталось ничего. Все конструкции, которые на ней были, были взорваны, облиты кровью, разрушены, потому что люди просто ходили и аккуратно разливали эту кровь, пытались сделать ее какой-то красивый, художественный. Приходил Илья, смотрел на все это и говорил, не, мне нужно больше. Брал просто ведро, выливал все вокруг, обливал всех людей, подходил ко мне, обливал меня и говорил, окей, все, так пойдет, снимаем. Внимание! И раз, два! Тот контакт, который происходит с каскадерами, он был реален, потому что мы не могли поставить камеру сбоку, как-то прикрыть этот удар. То есть мы как по китайской методике боевиков 80-х, по гонконгским традициям, мы работали в полный контакт. Если это была грудь или тело, то, конечно, мы надевали защиту, чтобы не отбить внутренние органы. Иногда даже приходилось бить каскадеров в лицо, потому что в кадре все это было видно, и камеру не обманешь. Я должен был влетать лицом и руками в стеклянный стол. Каскадер нажимает подсадку, стекло лопается, я прохожу сквозь него. Страховка минимальная, мне только защитили лицо, поскольку руки мы не можем закрыть, потому что это все видно. Кадр заряжен, Илюха кричит «экшн», меня фигачат лицом в этот стол, и я понимаю, что стекло не лопается. Я просто схватился за шею, прикрыл все какие-то моменты, которые мне могли бы доставить действительно серьезные повреждения, там, вены, позвоночник. Но, слава богу, она упала рядом. Во втором дубле, конечно же, все сработало, но
Вот эти моменты, конечно, заставляли немного так вздрогнуть. Пожалуй, самое сложное из всего, что было на крыше, это полеты на тросах. Их было много, они были разные, и это очень больно. Они пережимают тебе все, что можно и нельзя, и в какой-то момент ты просто перестаешь чувствовать свои ноги, особенно если ты висишь просто в подвешенном состоянии, то ноги начинают неметь. Это, конечно, прикольное ощущение. Законы физики, они просто как бы отсутствуют. Ты летаешь, ты Супермен, но да, это было не просто феноменальное ощущение. Готовились, начали. Да-да-да. А, виноват, Саша. Плохо. Еще раз. Изначально было придумано, что главного героя никогда зритель не увидит, так как прототипом главного героя является сам зритель. Мы не очень знаем его предысторию, мы не знаем, кто он. Как говорят, что о человеке судят по его поступкам. Поскольку наш герой не разговаривает, то он просто действует. И он просто настоящий мужик. Зритель, садясь в кресло, сам становится Генри, полностью погружаясь в его тело, в его сознание. Do you remember how you got here? I love you, Henry. Изначально Илья дал мне установку, что Эстель — это такая girl next door. Простая, милая. Для меня простая и милая — это одно, но на примерке мы поняли, что для Ильи эта простая и милая не работает, поэтому мы начали искать другие способы, чтобы все-таки она была соблазнительной, привлекательной для мужской половины человечества, при этом достаточно простой и понятной. Henry, they want your technology. How do you like the new you? В сентябре, когда еще до всех разговоров о возможном участии в этом фильме, я пошел в магазин за продуктами, и там на входе в супермаркет стоял стеллаж с прессой. Я взял какой-то журнал про кино и стал листать, и увидел фотографии со съемок «Хардкора». И вдруг понимаю, что предлагали участвовать в этом фильме какое-то время назад. Но по каким-то причинам мы отказались. Я звоню своему директору и говорю: «Слушай, листаю журнал, мне так нравятся фотографии с этого фильма, по-моему, это здорово, по-моему, нам предлагали». Он говорит: «Да, предлагали в сентябре, но ты тогда не мог». На следующий день мне перезванивают продюсеры фильма «Хардкор», говорят о том, что у них сдвинули съемки на роль, которую они предлагали раньше. Раньше они не нашли героя, и не хотим ли мы еще раз подумать. И тогда мы сказали: «Да, мы хотим встретиться с Ильей, как можно быстрее поговорить» и так далее. Изначально у нас была установка, что, скорее всего, у нас это альбинос слепой, не слепой, с белыми глазами, там еще какими-то глазами. Уже когда утвердили Данилу, было понятно, что это молодой и красивый такой свежий парень. Думала о том, чтобы он, с одной стороны, производил впечатление устрашающее такое немножко, с другой стороны, не переборщить с тем, чтобы он не был отвратительным, чтобы все-таки некая притягательность в нем оставалась. При этом помня о том, что на нашей камере работает, что нет, потому что какие-то слишком сложные вещи или слишком тонкие вещи, они не очень работают. Работает, в общем, простота. There's an army standing between you and your wife. So let's go get her. Здесь работает такая потрясающая компания художников по гриму и по костюмам. Как только на меня нацепили этот парик, так, ну, что называется, просто прикинули, предложили там сделать так брови, линзы. Понял, что, в общем, эти ребята сами все прекрасно понимают. Надо просто им довериться и
и просто, ну, потом от себя какой-то финальный аккорд, чтобы уже попытаться в этом жить. Так оно, собственно говоря, все и получилось. I'm here to help you. Is your speech module installed? But at least we know you're not deaf. Я очень рада, что у меня был такой опыт работы, потому что, ну, пожалуй, впервые сам актер давал столько материала для работы. Впервые от актера я слышала такое количество предложений, комментариев. И это никогда не были оценочные комментарии того, относительно «мне нравится или не нравится». Он мне полностью доверял в вопросах вкуса. Он делал только какие-то пометки относительно того, соответствует ли это тому характеру, который он собирается играть. This is war, baby! Технология съемок на GoPro категорически перечеркнула весь мой предыдущий опыт в кинематографе. Мы видим все, кроме спины главного героя. Невозможно где-то спрятаться. И поэтому придумывались совершенно уникальные ходы со спецэффектами, с пластическим гримом, с аниматроникой. Работая с этой камерой, мне как художнику было достаточно интересно разрабатывать новый визуальный язык, потому что именно на этой камере не работают привычные способы работы с пространством, привычные способы работы с цветом. В процессе, вот после того, как мы уже сняли несколько объектов, я поняла, что нужно все упрощать. Все пропорции, цвет. Вот чем чище цвет, тем лучше он воспринимается. Hello, Henry. Do you remember how you got here? Дирижабль вообще сделан в двух цветах, красный и белый. Как ни странно, вот любой другой объектив возьми, любую другую камеру, это будет выглядеть, ну, примитивно. В этой камере это выглядит очень интересно. Когда собирают главного героя, некий такой синтез человека и киборга, необходимо было прикрепить аниматроническую руку, которая действует, вот, и которая должна еще сжать яблоко. Squeeze. И одновременно в этом же кадре мы видим, как накручивается нога. Ну, в общем, идет полная сборка киборга, но только не со стороны мы видим, а мы видим это, когда вас собирают. Next part might hurt. I love you, Henry. Это рука киборга, и мы вот эти фрагменты видим вот здесь. Были изготовлены пластические детали, которые непосредственно на актера клеились. Нам приходилось снимать форму с торса главного героя, чтобы сделать вот такую пластическую деталь. Как раз она должна вся подходить идеально к телу. Вот. И у нас здесь показано послеоперационные швы. Наколка характерная, отверстие для зарядки аккумуляторов, и это все гелевое. Выбегаем, выбегаем, выбегаем. Бам! Ну, это был заброшенный объект, мы туда приехали, сразу поняли, что он нам нравится, и вот нам предстояло его перестроить под жилое пространство персонажа Джимми. Если человек инвалид, он все время передвигается на кресле, то, соответственно, у него на полу должно быть как можно меньше предметов. Ну, их вообще не может быть. Например, его тир, ну, он абсолютно странный, какой-то абстрактный. Это коридор, где хранится оружие вместе с тиром, соответственно. Теха нам удила! If you can hear them, but you can't shoot them, you can probably grenade them. Drop an egg down there, laddie.
Hi guys, I'm Sholto Copley. And I'm Ilya Naishuller. And we've got some questions which we're gonna answer. I'm ready. Right now, I'm ready. What do you think was the biggest challenge in creating a character out of Henry from the first person? Well, Alex, you use his hands, his movements, where he looks and where he doesn't look at also says a lot about the character. His choices that he makes in the film are what sells the character. It's challenging, but yeah, hopefully it works. Hopefully there's some character in there. There is a little bit. Yeah. He's got a name. If not, there's a lot of different Jimmys. Just watch me. Yeah. It's fine. Is your speech module installed? Yeah. Well, at least we know you're not deaf. Is there a level of intimacy you were trying to achieve by making this film from the first-person perspective? I always thought that the idea of a character in a film talking to the camera would be interesting from a narrative point of view. You know, if you're watching two people emote, somebody's getting upset or tense or whatever, and you're watching two people fight, but if a guy's actually fighting with you, with the audience directly, I thought that would be very interesting just emotionally. It's incredibly strong. It's like, you know, right now we're talking to you, we're looking at the camera, we're not talking to Andrew over here. Yes. Well, we could have been, but you know, it makes a lot more sense. You're much more connected to us right now. So that's the logic. In terms of enhancing the story, Henry doesn't remember anything, therefore the audience doesn't remember anything, and that's you enter this world as fresh as Henry does, and then you only see what Henry sees. This next part might hurt. And that really helps the mystery of discovery that you get while watching the movie in first person, because you can't just cut away to the villain saying, and my dastardly plan is, yes. No, you get only what Henry gets. And you that's never cut away anytime. Ever. Yeah. Ever. Which is hard to do. We want the audience to be immersed. We want them to be Henry. It was not, as plenty of people are guessing, that, oh, is it to do the sort of the computer game protagonist kind of thing? No, it was to do, the mission was to keep the immersion as high as possible. How many stunt performers were involved? Does the main character do his own stunts? We had about 100 stunt people together, very early at the same time, except for the finale. But usually they'd be about, you know, every day we'd have 10, 15 guys with us just in case. They were incredible, by the way. They were incredible. These Russian stunt guys are like a whole different breed of anything that I've ever seen in my life. They're just like, they would do things that, you know, where normally we would take like a day to set up some safety rigs and whatever if we were shooting it in sort of a more civilized country. I wouldn't say that. You know, I come from South Africa. Who am I? It's a pot calling the kettle black. But you know, like if you're shooting in Vancouver, it would take a long time. These guys would be very quick, but they were very sort of cowboy, but very focused and very professional as well. They were really phenomenal. About 13 different guys played Henry during the movie. And yes, they all did their own stunts because they were stunt guys. Including. And I did all the safe couple, chatty scenes with Charlotte, scenes, so yeah. So that's fun. As an actor, you get to play against all these different guys all the time. Your co-star is changing constantly. How did you find the actors and stuntmen that played Henry? Two of them who shot about 3/4 of the movie are my very good friends. One of them is actually the guy who plays Slick Dimitri, one of the henchmen in the film itself. And the other 10 were specific people who, you know, a guy who knows how to ride a horse, that's the guy who rides a horse. A guy who falls out of helicopters, a guy who base jumps. And so it's all very sort of specific, really extremely dangerous stuff or extremely sort of specialized skill set. You get that person who knows how to do that. How many times did you have to reattach the camera during scenes? The camera actually never fell off. It got kicked off and punched off and blown off, but it was never very rarely. The rig was very sturdy. And it hit me once or twice, but it never, yeah, that's actually a good point. Hey, yeah. I don't remember it ever coming off. Yeah, it was pretty much fixed to the guy's head, so if the camera came off, the guy's head would the be head off. Was going off too. Yeah. I mean, he had to go through, like there's scenes in the movie where a guy with a camera goes through a window
with the rig on and like literally somersaults on fire. So the rig was very securely attached to the guy's head. Yeah. For his first day, what he's got to do is be set on fire inside the bus by a blowtorch. And everybody's hoping that this glass is going to be okay when he comes out. Just another day in Russia. How many GoPros did you go through? I think about a dozen, maybe 13. Yeah. You put them in the right case and you treat them semi-gently or, you know, not with full disrespect. And the cameras, they last quite a while. Did you break any bones while filming? Well, Bobby, do you consider a tooth a bone? We chipped a tooth, one of the guys playing Henry, and we had 5 stitches on a stun guy's head. There's a nice little flying away from a kick situation near the end where, but 5 stitches. Yeah, we were actually surprisingly safe. That's a good point. It was. I really thought we'd have more. Yeah. So I don't know. Maybe the film isn't as brutal as it should have been. It is. How tall was the building in the trailer that Hardcore Henry ziplined from? The whole building's about 18, 19, but the platform where we went from, that was about, I think it was the 16th floor. And fun fact, the whole floor stank of cat piss because there was a crazy cat lady living in that floor. So when we got out, it was great to be outside of the actual corridors. That was fun. So 16 floors, Troy. And he really went into the dumpster thing, Troy, yeah, as well. Yes. That's for real. Yes. Yeah. It was clean dumpster. Was it? Nah, that's what you told the guy. Nah. Yeah. Were there any characters that you drew inspiration from while playing Jimmy? Only one, which was for the Colonel, I sort of took a little bit from General Montgomery in the leader of the British forces in the Second World War. He's always been an interesting character to me. But I wasn't like trying to imitate him or anything like that. But I loved the idea of like these proper English gentlemen who were just capable of like the most hardcore violent acts. As my father used to say, the grenade a day keeps the enemy at bay. Come along. Chop chop. I mean, literally, General Montgomery's letter to the troops on D-Day, you know, he ends it with like, good hunting on the mainland Europe, you know. It is literally like, that's the actual language that they used. It was sort of like sport. Yes. From a certain killing point of cherries. View, you know what I mean? And so I thought that would be an interesting character to see that type of character just doing the most crazy, insane violence. Jolly good. Of all the different weapon systems you got to use, what were your favorites and why? Big Sally, for me. Big Ben. Big Ben. Mine I call Big Ben. Yes. My rocket launcher. Yeah. That was my favorite. What was yours? I was fond of the Colonel's Pepper Shah, the Russian World War II thing. Oh, that was because cool. It was the one that jammed up all the time. Yeah, except with the first round time. Magazine. Round magazine, yeah. But that was just because it was actually a proper World War II rifle that did its job in World War II. Are you guys video game players? Sean's a huge video gamer. You must have been a big video gamer. How big were you actually? I got my first Game Boy, I was like 7 or 8 or 9, and I never looked back. I played like Donkey Kong and Popeye on Nintendo, those small little handheld things back in the day. Was that still Game Boy? That's the Game Boy, yeah. The very first Game Boy. Yeah, there was. But I'm much older than you. There must have been like. With South Africa, you guys are way behind the times. Really? Yeah. A little Popeye sits in a boat and he catches a spinach. I played Street Fighter 2 until I went insane. Yes. Who was your favorite character? Game all the time. I liked the girl. I hate to say it. Chun-Li? I liked the spinning Chun-Li? Kick. Yeah, Chun-Li. She was great. Spinning style kick, and she goes upside down. I love that. What was it like to film the movie in Russia? I find shooting in Russia the only possible place we could have made this film. So I enjoyed it very much. It's where I live. I'm from a little Moscow. More challenging for me though, Brandon. No one speaks English there. You might not know. It's not a big language. There was probably 4 people on the set that I could speak to, but it was
perfect for the film because these guys, I mean, the interesting thing was, Ilya, like what you were saying, he'd used his team, so there's actually a lot of people who'd already had a bunch of experience, as hard as the film still was for everybody. So from that point of view, it was great. You know, that made it sort of possible, I think, actually, in a certain way, to make the movie. These guys were just willing to try stuff that traditional filmmakers and film crews probably would just have freaked out at. It really was the only place we could have made it, and I always thought it's great. It's like cinematic tourism. You're sitting here in America watching this film, and you're actually seeing a different country, seeing Russia. This is a map of Mother Russia. What was the original inspiration for the Biting Elbows music video, and how did that turn into a film? I bought a GoPro while I was snowboarding in Italy. I was no use for it because I can't really snowboard. And I gave it to a friend of mine who was running around with it, doing parkour stuff in his backyard. And I looked at it, and I was like, oh, this can actually work as a music video if we just kind of lower the camera a little bit. But that's the trick. The camera should be here and not here, as everybody has it on their helmets. And we just started shooting the first one, and then we did Bad Motherfucker. I got a call from Timur Bekmambetov, our producer, who suggested we make this into a feature. And then 2 weeks later, we were off. They sent it to me. I watched it several times over. I couldn't stop watching it. Yes, he loved it. Will Biting Elbows be featured in the soundtrack? Yes, Daniel. We got three songs. We got three songs that you'll see in the bike chase sequence and the end title sequence. And there's a little short appearance for one of the Jimmy's. Has a little quick shameless self-promotion for your band. Wait. If I'm not going to use it, who will, right? Like the biggest music video in history. If you could do it all over again, what would you do different and why? I'd have more prep. More prep. Because we just rushed in. Mm. We're like, in 2 months, we're starting. Write the script, get an actor, do it. We made up a lot as it was happening. Yeah. We sort of had to in a certain way because there was a huge learning curve involved. For everybody. Yeah. Every department had a crazy time. So I just, probably more prep. I don't know. I don't know that I would really change anything. I'd not take 3 years to make it. If we could go faster. Could go like maybe two and a half. Thank you, fans. Thank you, fans. Guys. We need you. Without the Indiegogo fans, we couldn't have made this. Thank you very much. A studio would never have made this film. So literally, it's like the guys who went online and said, I have to see this. Like, we genuinely love you because we couldn't have made this movie without you. It's been 3 years of support, and it wouldn't have happened without you. That's a fact. All right, guys. Bye. Bye.
Mm-hmm.